Детский канал Даринаука ТВ представляет. Так, Яночка, сейчас я тебя умою. После прогулки нужно помыть ручки и лицо. Особенно, когда оно все в грязи. Ну вот. Ой, так это же не Дианка. Мам, я пойду погуляю. Телефон взял. Ура, гулять! И я хочу гулять. Макс, возьми меня. Я тоже хочу гулять. Гулять! Макс, как здорово! Точно, возьми с собой Дианку и идите погуляйте. Дианку? Мам, не, пойду на компьютере поиграю. А как же гулять? Ой, Макс, ты знаешь, так хорошо, что ты не пойдешь гулять. Так, нужно помыть полы, вытереть везде пыль, вынести мусор, помыть посуду. А мы с Дианкой пойдем прогуляемся, хорошо? Мам, одевай Дианку, мы пойдем гулять. Ну вот и здорово, сейчас Дианка будет готова. Макс, я готова, пошли гулять. Лиза, ты посиди здесь, а я поиграю в футбол, хорошо? Вот у тебя тут игрушки, всякие штучки, играй, никуда не уходи. Валера ведет мяч и гол! Ура! Эх, как-то скучно одному играть. Так, Дианка, садись сюда. Никуда не уходи. Вот, играй тут, шариками. А я пойду погуляю. О, Валерка, привет! А я думала, скучно будет. Ты что тут делаешь? Привет, Макс! Да меня вон, с сестрой! Заставили погулять. Вышли на площадку, а ты куда пошел? С сестрой? Ха, и меня с Дианкой. Смотри, вон, я посадила ее в бассейн. Пусть там сидит, играет. Пойдем в футбол. Ха, здорово. А ты посади ее в песочницу к моей Лизе. Пусть вместе играют. Тогда точно им не скучно будет. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Лиза, а тебя? А я Дианка. Давай закапываться в песок. Так, девочки, я оставляю вам телефон. Если мама позвонит, кричите меня, хорошо? Играйте, никуда не уходите. Мы рядом. Ну что, Валера, вот мои ворота, вот твои. Давай начинай. Здорово, я тебя закопала. Я не могу пошевелиться. Выпустите меня. Откопай меня, Дианка, обратно. Я не хочу, не могу пошевелиться. Не хочу тут сидеть целый день. Макс, по-моему, там кто-то кричит. Девочки, что у вас случилось? Вы не даете нам играть в футбол. Валера, Дианка меня закопала. Я не могу выбраться. Вытащи меня отсюда. Эх, Лиза, вылезай! Ну что, Лиза, давай я тебя еще раз закопаю. Нет уж, спасибо, я пойду в другое место поиграю. Гол! Эх, промазал. Валера, а да ну этот футбол, пойдем с горки кататься. Ух ты, какая большая лестница. Попробуй на нее залезть. Дианка, иди сюда! Смотри, как здесь здорово! Я выше всех! Ого-го, себе как ты высоко залезла! Тебе там не страшно? Нет, залезай давай! Ну ладно! Ну все, посидели, уже скучно, давай слезай! Диана, ну ты что? Лиза, я, наверное, высоты боюсь. Как мне отсюда теперь слезть? Макс, помоги! Поехали! Ой! Дианка там что-то кричит опять. Пойдем посмотрим. Ого! Кто вам разрешил залезать на эту лестницу? Высота такая. Диана, держись! А то сейчас упадешь. Кости не собрать. Подожди, сейчас я тебе помогу. Да что за сестренки такие?
Иди, давай. Так, девочки, больше никуда не залезаем, никого не закапываем. Тихо и спокойно играем, хорошо? Хорошо. Так, все, Валера, пойдем кататься с горки. Они обещали больше не проказничать. А чем нам тогда и как играть? Какая-то грязюка. Отстань, грязюка. Ого! Дианка, иди сюда, я кое-что придумала. Лиза, что это? Какая-то грязюка, по-моему. Точно, Дианка, давай ей измажемся, и братья нас не узнают. А давай еще костюмчиками поменяемся, и тогда нас точно перепутают. Вот смеху там будет. Алло, да, мам, ага. Домой Дианку привезти? Ладно, хорошо, сейчас буду. Диана, пошли. Пошли домой. Так, девочки, какая тут Диана? Ага. Смеетесь? А я узнаю. Диана была в розовом костюмчике, без полосочек. Пошли, Дианка, домой, тебя мама зовет. А я же говорила, что они нас перепутают. Мам, держи, я Дианку принес. Целость и сохранность. Она, правда, немного испачкалась. Ну, совсем чуть-чуть. Дианка, Дианка, всегда на улице найдет, где испачкаться. Нагуля... О! Нагулялась? Диана, ты что? В луже лежала, что ли? Макс, где ты был? Почему ты не видел, когда Дианка так измазалась? Ай-яй-яй, пойдем омываться. Так, Дианочка, сейчас я тебя умою. После прогулки нужно помыть ручки и лицо. Особенно, когда оно все в грязи. Ну вот. Ой, так это же не Дианка. Девочка, как тебя зовут? Как ты оказалась у нас? Макс, кого ты нам привел? И где Диана? Я Лиза, мы с Дианкой поменялись. А мальчики ничего не заметили. Мам, да как не Дианка-то? О, Лизка! О-оу. Кажется, мы вас перепутали. Мам, давай Лизку, я отнесу ее Валере. А то Валера сейчас домой Дианку принесет. Макс, Лизки, Валерки, что происходит? Что вы там делали? Верни мне Дианку и отнеси эту девочку домой. Лиза, ну пойдем домой. Сколько можно повторять? Нам уже пора домой. Вон, Дианка уже ушла. А ты чего тут уселась? Не пойду я с тобой. Я не Лиза, я Диана. Сколько можно повторять? Да, Лиза, какая ты Диана-то? Ты Лизка, моя сестра. Я же помню, в каком костюме я тебя привел сюда. Давай пошли, хватит притворяться. Валера, она не притворяется. Лизка, да отстань ты. Видишь, никак не могу Лизу домой отвезти. Лиза? Так ты Дианка? Что здесь происходит? Ха-ха. Валерка, представляешь? Эти вот маленькие девочки взяли и переоделись, и измазались, чтобы мы их не узнали. Ха-ха. Представляешь, я привел домой Дианку, то есть Лизку. Мама ее отмыла, смотрит, а это не Дианка, это другая девочка, ну точнее твоя сестра Лиза. И так кричит такая, а где Дианка? А я ей понять ничего не могу. А потом смотрю, хоп, ха, это твоя Лизка у нас. А потом думаю, а Дианка-то тогда у тебя? Ха-ха. Диана, ну зачем вы так сделали-то? Все перепутали. Так мы и хотели, чтобы вы нас перепутали. Так мы вас и перепутали. Так, ладно, Валерка, Лизка, пока-пока. Диана, пойдем. Я тебе маме отведу. Мам, держи Дианку. Так она немного испачкалась. Ее нужно умыть. Ой, Макс, ты знаешь, по-моему, я это уже где-то видела. И Дианку умывала. Дианочка, это ты? Да, мама, это я. Пойдем умываться. Мы немножко с Лизой играли и испачкались. А мальчики нас перепутали. Вот что значит отпусти брата с сестрой погулять. Так он другого ребенка домой притащит. Макс, Макс. Так, мам, они в грязи все одинаковые. Ну что, ребята, вот такая история сегодня произошла. Мы с Валеркой перепутали сестер. Ставьте лайк
Подписывайтесь на канал Дариналка и смотрите новое видео. Пока-пока. Диана, это точно хоть ты? Ну хотя, наверное, да. Там больше мам не было детей. Перепутать не с кем. Подпишись на канал Дариналка. Смотри мультики с нами.